Спасибо за розочкой. Привет, привет. Как дела? Ты, чтобы вы понимали, я только что была на улице. Вышла на улицу с идеально ровными волосами. Пришла домой из-за того, что влажный воздух. Все происходит. Правильно, по нотах, окей, привет. Окей. Пророк, я тебе хотела тоже сказать, что ты постоянно кидаешь так много подарков. Не трать деньги в ТикТок, трать их на карту. Потому что, ну реально, ты всегда дуже много всего даришь. Типа, донати на карту, это лучше всего, потому что... Ну, потому что это лучше всего. Единственное, что в ТикТоке, это только цель у меня стоит. Вот цель, это да. Типа, а так лучше кидать на карту. Ну, серьезно, потому что, во-первых, и вы больше денег тратите. А во-вторых, ну, типа, ТикТок дуже много забирает, великий процент. То есть, то, что вы покупаете за 1000 гривен, мені там приходить только гривен 300 з цієї тисячі. Ну, типа, блін. Це неудобно. Серйозно. Там вроде нормальный пойдет. Спасибо за розочку. Так. Учу. Давайте. Thank you.
пойдет. Всем пойдет. All of me, all of me, all of me. Так. Дякую. Спасибо. Завдання яких? Кажи. Яку. Давай тільки того, щоб я зараз зіграла. Давай. Реквієм, да? Давай, повторю. Давай, кажи яку, я сейчас хочу щось новеньке поиграть. Давай, давай, Діма, кажи. Та Боже, я не буду грати Мурку, подивіться на мене, на цю жінку, і щоб я грала Мурку, ну блін. Скрябина просто якусь другу розбиваю. Коломийка я не знаю. Thank you.
Сейчас хочу. When the days are gone, the cards are from the saints we see. Джонни, вот этого я его не знаю. По аккордам можно, но який смысл там мелодія ж не буде чути. Улюблена, мені оця дуже нравиться, як я її граю.